Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 342 упражнение. Прочитаем задание. Ставьте предлог от или для. Давайте выполним. Лосьон для защиты от укусов комаров. Состав для выведения пятен. Жидкость для растяжки обуви. Таблетки от кашля. Крем для чистки обуви. Капли от бессонницы. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.